Слушай, мы документы забыли. Может, купишь нам пару бутылок пива? Раньше для меня делали то же самое. Это же как дать списать, да? Так и знала, что ты не подведешь. Хоть кому-то будет весело. Вы только посмотрите на пятый размер этого парня. Зачем ты крутила соски Будде? Это же Будда. Ты что, буддистка теперь? Не пора ли пообедать? Делаешь свою фирменную пиццу? Отличная идея. Детка, я не могу смотреть, как твой диплом пылится на полке. Я ждал этого момента очень долго. Нет, нет, о, вставай, вставай. Одну минуту. Мне бы спрятаться на недельку. Мой отец сегодня занят. Дела бизнес мутит. Будет поздно. Ага! Пап, ты должен был постучаться. А старшеклассницы нынче пошли больно развитые. Ты кто такая? Это сложно объяснить. Слышала анекдот, как взрослая тетка связалась с прыщавыми подростками? Нет, а что? Да нет, ничего. Я тоже его никогда не слышал. Я не знаю, что делать в будущем. И мне нужно решить это за неделю. Каждый раз, когда у меня были проблемы, я просто шел дальше и не боялся взрослеть. Можешь остаться здесь еще, если захочешь. Эй! Думаю, лучше снять с тебя футболку моей дочери, а то я себя как-то странно чувствую. Ты тут разъезжаешь, попиваешь капучино с какой-то... Мак, это твой наркодилер? Я вот что тебе скажу. Нельзя отказываться от того, чего хочешь, ради придуманного кем-то будущего. Плюнь на все и делай то, что подсказывает сердце. Ты что, чекаешься с ее папашей? Нет, это не то, что ты... Прикольно.